Начинаем запись. С вами Легислад. Точно 20-я игра. На сей раз я вас не обманываю. У нас опять большие проблемы. Ладно, у нас опять наш стадион, похоже, да? Сила уюта. Как бы много у нас индусов. Сейчас я возьму 1 000 000 аптечек, ребят. И будем выживать. Некий йоги. Все оптимально. Ничего лишнего. Когти, могучие удары. Целых 2. Песнегор, Нургл Уорриор. Хороший меченосец. Блоджер Таклист. Есть просто пеленончик еще Песнегор, которого вот надо фалить. Вот этого товарища. Да вообще вот этих ребят всех нужно фалить. Нургл Уорриор. Блоджер с крепкой стойкой. Гвардеец. Короче. И даже есть Беста с Про. Сколько игроков? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. 12-13. 13 игроков. Черт, с 2 их еще нормально выбьешь. Тяжело. Начнем с дополнительной аптечки. Это раз. Маг 2. Что, еще одна аптечка или девочек возьмем? Я думаю, что еще одна аптечка. И девочка за наш счет. Колян, я не хочу еще одну взятку быть. У меня уже только что была игра, где я взял 2 взятки, и меня уничтожили. План такой. Просто обкладываем его гардами и... И он ничего не может нам противопоставить. Да, только у него тоже 3 горда, к сожалению. Он много чего может нам противопоставить, по-хорошему. В связи с этим, внимание, вопрос. Что нам выгоднее поставить? Дополнительного горда или блок? Как вы считаете? Я, как ни странно, думаю, что дополнительного горда. Так мы хотя бы его можем 5 гордами хоть немножечко задавить. Хотя у него, конечно, есть 5 силы, целых 2. Хотя нет, это же у него 4 сила, да? О, у него нигла. У него нигла на нем. Хорошо, надо будет его завалить. У него 8 броня на Нургл Войне, вот на этом тоже очень хорошо. Ладно, ты один будешь здесь на мече. Ногу точим. В тебя пойдет блиц. Могучий удар у нас. Собственно, вот этим вот товарищем будет блиц в него. Ты просто бьешь. Ты просто бьешь сюда. Здесь нужен гвардеец. Это будешь ты. С тобой, может быть, даже сюда пробьем, если не получится. Тебя тоже бы по-хорошему пробить. Кем тебя пробить? Можно тобой. Кендзёвого товарища пока спрячем. Он у нас будет как утилитарный товарищ. Тебя тобой закроем фланг. Ты у нас тоже вроде как утилитарный товарищ. Ты у нас будешь тащить ногу на вот него. Даже мы тобой закроемся. Вроде ты у нас как бы товарищ нужный, но есть и нужнее. Поехали. Давайте только без Perfect Defense, друзья. У меня Perfect Defense уже в горле застрял. Рерул — это хорошо, это не Perfect Defense. Мячик более-менее прилично упал для нас. Мы его можем прикрыть. Собственно, из уважения к оппоненту. Да?
Вот так вот мы встанем из уважения к оппоненту. Так, ну давайте раздавать. Давайте раздавать. All appearance раз. Не перебрасываем. Тебя увести не получилось. Хотя на такл была большая надежда. Пробуем еще раз. Находим шестерочку. Красота. Далее. Бьем. Как-то у нас закончились хорошие кубы. Остались только какие-то одинокие. Пробуем тогда вот этого товарища. Собственно, развальцевать. Ну, на это мы потратим рерол. Давай мы тебя подвинем отсюда. Немножко подальше. Очень хорошо. Детский старт, друзья. Регена нет. Так как у нас есть рерол, мы тут поднимем мячик сначала, потом сделаем вот эту грязь и еще пофалим вот тут. Потому что здесь намечается просто грандиозный фол. Не вышло. Ну, разменялись один к одному, можно сказать. Я думаю, что мы в плюсе, потому что биста, размененная на линейку, это хорошо. Можно было, в принципе, потратить аптечку, но я думаю, что нам они еще все понадобятся. Пока у нас есть один запас, мы... Как бы ладно. Так, подушечка, дорогой. Смоги. Хорошо. Пеленона нет. Все чудесно. Нет, я ничего не говорю. Мне, конечно, повезло. Тут даже... Какой разговор? Правда, у нас здесь продолжается разговор, на самом деле. Здесь все непросто. Мы сейчас обложим этих ребят, и он по нам кубов не найдет. Правильно. Он заметил то, что у него здесь слегка проседает. Так, он будет фалить, да? Кого-то собрался фалить, дружок. Подушка. Подушка, тебе не больно. Удаление. Чудесно. Так, давайте драться. Что у нас есть? У нас есть, в принципе, неплохой блиц в этого товарища. Правда, будет в один кубик. Можно сюда сделать блиц. Тут у нас гвардеец. Мы его поднимаем. И у нас здесь есть, в принципе, кубик, если мы поставим вот этого товарища сюда. Два куба. Давайте. Замечательно.
Что тут думать? Надо на месте оставаться. Потому что если я подъеду сюда, то у меня будет блиц в... Да ладно. Не, ну хорошо. Мы этим воспользуемся. Ну ладно. Если уж на то пошло. Мы даже это сриролим, потому что эта цель очень вкусная. Так, хорошего фала у нас, к сожалению, нет. Здесь у него гвардов нету, поэтому мы просто подойдем сейчас вот сюда, чтобы не было у него уж слишком легкого здесь двух кубоев у нас. Не-не-не, мага по шестерым мне совершенно не хочется, друзья. Нет, спасибо. Так, подушки не больно, отлично. Мы этого мага будем использовать, я думаю, что все-таки в своей защите. Конечно, это можно сделать, но... Не думаю, что все-таки это хорошая идея. Привет, комедиант. Так. Сила однокубовых блоков, друзья, заставляет тратить реролы. Ну хорошо, еще один кубик нашел. Давай. Прискорбно. Давайте расчистим нам дорогу. Ты... Хочется тобой сделать блиц вот в этого козла, конечно. Могучий удар, все дела. Ты. Могучий удар сюда, два куба. Делаем. Блиц сюда. Делаем. Оставлять нельзя. Два куба сюда. Тоже делаем. Два куба можем сделать сюда, но он сможет сдожить, да? Как-нибудь раз, два. Но он и так может сдожить, на самом деле. Поэтому давайте делаем, не стесняемся. Подходим. Кубовые блоки по каким-то неприглядным совершенно товарищам. Можно пеленончика, в принципе, ударить, лишь бы нас он не щекотал. Подойти, и здесь будет однокубовый, тогда еще один сюда. Давайте.
Могучий удар. Я даже не знаю, надо ли делать или нет. Давайте сриролим. Вроде пока в нашу всю пользу, надо продолжать пользоваться ситуацией. Какая-то парень гард. Можно сфальнуть. Можно сфальнуть сюда. 42%. Взятка еще не потрачена. Давайте. Работало. Так, уже минус 2. Запасных у него уже нет, поэтому в принципе можем наращивать, точнее пробовать, конечно, надеяться, что мы будем наращивать преимущество дальше. Только у него, конечно, когтисты все равно еще, ребята, есть. Все они страшные, все они у нас ВКонтакте. Тут еще далеко все не решено, ребят. Так, всем новоприбывшим опять привет. Забыл ход завершить. Так, первая аптечка улетает. Он нам пригодится еще. Больше гардов мы терять не можем. К тому же это блицер. Он может выбраться здесь, блица, теперь. Вот бы минус проталкивания этого Нурглу воина сюда, конечно. То, что может здесь делать, обложить нас снизу, а здесь этого товарища. Так. Подушка, держись. Подушка. И молодец, подушка, молодец. Так. Так у него есть? Нету так. У. Не самое сейчас, конечно, здесь безопасное место для того, чтобы стоять просто так. Далеко не самое безопасное. Мисаил, да, без зверя, вон он лежит. С травмой. Нам повезло его выбить на первый ход. Так что можно сказать, что да. Можно сказать, что без зверя. Так, ты поднимаешься, к сожалению. Ты, похоже, что идешь сюда. Все равно. Ты. Могучий ударщик. У тебя есть два куба сюда. Мы можем тебя освободить таким образом. Можно ударить здесь и ударить здесь. Тогда мы освободим тебя. Это нам толком ничего особо не даст. Можно тобой ударить сюда и устроить какое-нибудь хитрое проталкивание. Типа вот тебя вот протолкнуть сюда. И получится ерунда опять. Нам вот этого товарища нужно снимать. Как мы его снимем?
Нам нужен такл. Нам по-хорошему нужен такл, но как мы его доставим сюда, но мне не ясно. Ну или хотя бы вот этого товарища освободить, если здесь мы найдем шестерочку. Будет классно. Попробуем шестерку найти. Не получилось. Не получилось. Идем следом. Потому что у нас теперь есть... Хоть какое-то проталкивание. Мы сейчас вот тебя вот протолкнем сюда, и из блица можем здесь уйти. В принципе. Да? А мы не можем здесь сделать проталкивание, потому что здесь крепкая стойка. Да, хорошо. Проталкивание мы сделать не можем. Что мы можем сделать тогда? Ерунда какая-то. Там мы просто тебя кидаем подальше. Можем так и кидаем. Ты получаешь от такла. Ты можешь доджить тобой вообще куда-нибудь сюда, на всякий случай. Это будем в последнюю очередь делать. Ты объявляешь блиц. Потому что нам стрелочка нам сильно поможет. Ну, шестерочка нам поможет еще сильнее. А вот там. Оп. Ты у нас, в принципе, добегаешь до нас, да? Добегаешь. Такл у тебя есть, дружок? Такл у тебя есть. Чем-то нам такой здесь нужен. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Если мы сюда встанем, то нас никто не догонит. Кроме этого парня. Ты нас можешь догнать. Подушечка, живи. Травма. Еще одна аптечка. Последняя аптечка теперь у нас только на тяжелые травмы, друзья. Все серьезно. Похоже, что нам сейчас надо за два хода забивать уже. Потому что нас теперь уже меньше на поле, чем его. Так что мы сейчас на полных парах понесемся вперед. У нас, в принципе, есть кем обороняться. Тех он отпихнул, то есть у него, в принципе, есть сюда. Один кубик точно у него есть. Может быть, даже два, если он сделает здесь ассист. Но это будет кубик без такла. Дружище, это гард, его бесполезно марчить. Так. Он хочет все-таки блицевать с таклом. Но нет. Но нет. Это приятно. Потому что мы сейчас нормально можем организовать оборону. Я думаю, что я отдам пас отсюда. Чтобы, может быть, даже отсюда. Чтобы нас слишком сильно здесь не обжимали. Ой, сделаю жадный блок вот этот.
у нас ничего хорошего нет. Тут мы можем подойти к гвардейцам, в принципе, чтобы у нас что-то было, да? Или можем вот так вот сделать и зафалить товарища. Тоже вариант. Тратим этот рерол. Давай, дружок. Молодец. Делаем фол. К сожалению, нет. И от этого товарища можно уйти. А в принципе, можно и не уходить никуда. Так вроде хорошо. Здесь хороших блоков у него вроде не наблюдаю. Ладно, заканчиваем. Так, момент, отойду. Секунд на 30. Так, вернулся ровно к избиению. Живой, хорошо. Так, бриц с ГФИ. Довольно важного игрока. Здорово. Не здорово. Нас сейчас помарчат, да? Причем помарчат нас блоджером. Выбили. Девочка тоже будет работать. Хотя бы товарищ Нигард. Уже хорошо. То есть по нему у нас будет хотя бы кубик один точно. Если правда, нет, если он здесь сделает ГФИ, но он не в ту цель пошел. Да, он не в ту цель пошел. Ну, на самом деле, вот это вот, я не знаю, так ли это целесообразно делать сейчас, что он собрался делать. Он хочет любой ценой сейчас не допустить моего. Он мне делает на самом деле одолжение. Если он сейчас мне здесь сделает то, что он хочет, да, то я просто сделаю блиц в него, на фронте уйду. И мне было бы лучше, если бы он на самом деле все это сделал. Ну что же. Что же. Ты у нас встаешь. Вы с друг другом бодаться, наверное, не будете. Здесь, похоже, один кубик. Очень печальный. Хотя, почему один кубик? Он же нам освободил все. У нас здесь два куба. И занос. Без всяких изысков. К тому же с шестерочкой. Чашечка какао у нас заносит. Молодец. А, Ноликс. Мне очень понравилось. Очень красивый шедевр, можно сказать так.
Ты большой молодец. Мне действительно понравилось. Просто как-то в горячке битвы я не сильно на это дело обратил внимание. Есть хорошая новость и плохая новость. Хорошая новость нас поровну. Плохая новость, мне придется ставить черка на лос. Вы понимаете, насколько это плохая новость? Просто ужасно. Еще у нас сейчас будут под ударом наши игроки. Возможно, возможно, ребят. Я сейчас буду делать более компактную расстановку и отдам ему фланг. И такл нам, таклиста нам нужно беречь. Причем гвардейца мы ставим по центру. Делаем такую расстановочку а-ля некроманты какие-нибудь. А, он будет пытаться быстро забить, и у него, в принципе, для этого есть инструменты. У него два отличных козла лоджера. А у нас есть маг. Так, а где оппонент-то? Чего он не расставляется? Возможно, отошел. Этот Нургу-воин, конечно, вообще. Воин-мечта. Он хорош. Вот в такие моменты я думаю, что неплохо было бы иметь кик в команде. Давайте сюда бы запульнуть его. И чудесно было бы. Ну, даже сюда, вот, даже лучше теперь сюда. Дополнительные рероллы, всегда приятно. Похоже, без паса у него все равно не обойтись. Надо либо передавать мячик, либо что-то делать еще. Потому что по этому флангу проходить, наверное, смысла маловато. А поэтому... Хотя, может быть, он и действительно пойдет сам все делать. Кто знает. Так, он когти тратит на линейку. Фух, хорошо. Дальше. Замечательно, пижаму выдержал. Самые опасные парни у нас прошли. Пеленончик тоже у нас. Показал, что он за мир.
У нас свободная грязная нога. Я надеюсь, мы сможем ее за до конца, по крайней мере, этого тайма применить. Вот наша цель. Собственно, как раз для таклиста, которого я оставлял. Если мы этого товарища повалим, то, в принципе, у нас будет все шансы хорошим. Потому что этот товарищ точно уже не добегает. Нам нужно его повалить и желательно зафалить. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вот сюда вот мы ударим. Здесь поставим гард. Здесь поставим дополнительный ассист. Отсюда будем фалить. А, он не хочет, чтобы мы его фалили. Понятно. Грамотный выбор. А, learn and la-la-la. На фамбле смотреть игры просто. Тебе нужно поставить Java клиент. Java просто скачать. Выбираешь Java в поисковике. Там открывается Java.com, по-моему. Ты качаешь Java для Windows. Потом открываешь, зарегистрируешься на фамбле. Открываешь вкладочку Games, Current Games, кликаешь на любую игру, загружаешь файлик, запускаешь его, он тебя качает клиент, с помощью Java его запускает. Все. Кстати, смотрите, есть запасной забивающий в качестве ротора. Это любопытно. В принципе, молодец, что так сделал. Так, хорошо. Фалило. К сожалению, бесполезен в этот ход, но мы его отведем назад. Вот сюда. Этого товарища мы все равно попробуем повалить. Не постесняемся приролить, на самом деле. Похоже, что это какой-то разводилово, ребят. Он хочет, чтобы мы здесь с ним поборолись. Может быть, мы не будем с ним здесь бороться? Вот этого товарища в качестве сейфти тоже немножечко назад отведем на центр. Ты у нас пойдешь сюда. Ты у нас пойдешь сюда. Ты у нас стоишь, в принципе, где стоишь, отлично. Ты, ну, огребаешь. Мага сейчас я тратить, естественно, не хочу, потому что я им воспользоваться, собственно, не смогу. Так, тапочки. Тапочки улетают с колоколом. Ладно, это не так страшно. Все-таки девочки у нас есть. Я надеюсь, они сработают. Потому что, блин, это критично.
Все-таки атака будет через этот фланг. Вишечка. Пёрочка. Халатик. Держись, халатик. Фух, отлегло. Так, ну, что-то прям какой-то прям очень хороший шанс, что нам сейчас занесут. Здесь теперь два козла на... Просто на заносе. У нас двое уже вылетело, блин. Тяжелые кулаки. Френзи у нас нету. Это очень плохо. Очень плохо, друзья. Похоже, мы сейчас прибегнем к проверенному способу. Нет. И это не будет рерол, скорее всего. Да? Или будет? Будет рерол. Это очень хорошо. Это очень хорошо. Потому что мы хотим сделать, друзья? Мы хотим сделать просто банальные здесь столбики. Вот такие вот. Раз, два... Три. Тут мы подходим. Чтобы просто мимо нас не могли пробежать. Ты у нас сможешь пробежать, если... Если мы сделаем в тебя блиц. А кем мы в тебя сделаем блиц? Он сможет отдать сюда и вот так вот. Дун-дун-дун-дун, вот так вот пробежать. Мы встанем здесь, здесь. Сюда остается только на. Можем два ГФИ здесь сделать, здесь пробить, и будет ерунда опять. Все будет опять ерундово. Похоже, будем здесь доджить просто. И потратим на это рерол. Так, вот теперь ему будет сложно забить.
Это было очень рискованно, но в итоге вроде все нормально получилось. Перед ним столбики. Товарищ у него помарчен. Здесь он, нормально пробежать здесь не может. Он, в принципе, может вот этого товарища толкнуть, но... Опять же, ему придется нормально здесь даджей сделать. Это будет... В общем, непросто. Все здесь непросто. Он может вот здесь вот отпихнуть, сюда сделать блиц и вроде здесь как пробежать. Это будет 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. То есть все равно один додж ему сделать придется. Не самый простой расклад. Надеюсь, у него он не выйдет. Наверное, не стоило мне все-таки к нему подойти, подходить в контакт. Наверное, зря. Надо было сначала доджиться, потом сюда подойти блэкорком. Но он здесь не может сделать два куба, не может никак. Это большой плюс. Может, в принципе, если здесь он ударит, то, в принципе, сможет. Но нет, это все плохо. Дело кончится, конечно. У него не вышло. Хорошо. Высота. Теперь шанс на гол у него просто эфемерный. Будет он это интересно делать или нет? Это... Да, не стал. Так, мы в минус одного играем, ребят. Очень плохо. Очень плохо, что мы играем в минус одного. Очень плохо. Просто очень. Ну, надеемся на мага. Маг нам может помочь. Если мы, конечно, не посыпем сейчас, как трухлявые пни. Викснап — это плохо. Если он сейчас еще и поймает, вообще будет труба. Здесь можно не подходить, потому что это может ему аукнуться. Там, ладно, они еще... Ну, всеми, не знаю. Если что-то пойдет не то, я просто с другой стороны пойду забегать. И так себе план будет. Ух, нам сейчас... Мы сейчас огребем, конечно. Не поймал. Супер. Ух, мы сейчас огребем. Шестерка когтями, дружок. Книжечка. Не покидай нас. Молодец, книжка. Молодец. Вторые когти. Пятерка. Пижамка, держись. Пижамка, держись. Молодец, выдержал. Убийца. Так, главный наш игрок. Сериальчик. Получает две шестерки. Сериальчик, держись. Молодец. Пеленон.
Я не думаю, что ты будешь делать пеленон, потому что я буду тебя фалить тогда. Да, молодец. Не стал делать пеленон. А, блиц. Блиц. Видимо, я вот этим товарищем, могучим ударом. Подставляет опять Пестигора. Одеялка, к сожалению, падает. Ему, в принципе, не особо больно. Это приятно. Похоже, намечается фол. Видимо, вот этим ротором. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. С одним ГФИ. А может и нет. Да, не хочет он фалить. Ну и правильно, взятки уже нет. Похоже, он наметился на быстрый гол, да? Фол все-таки будет, да? Фол фалила. Давай, друг. Товарищ бдит. У нас, в принципе, если он сюда поставит, будет фаербол в пятерых. Кстати. Я даже не знаю, вот. Поддастся ли этому соблазну или нет. Давайте фаниться, ребят. Давайте вот. Мне что-то хочется сделать вот этот вот фаербол. Еще один помер. Что дальше? Травма. Отлично. Минус 2. Хороший маг. Тебя мы поднимаем. Тебя, похоже, тоже поднимаем. Будешь держать вот этих двоих. Ты у нас подходишь сюда. Ты у нас идешь сюда. Надо завалить, дружок. Давай, надо завалить. Хорошо. По-хорошему надо броню здесь пробить с фала. Не пробили. У нас здесь есть кубик, но и только. Похоже, что мы здесь просто стоим. Хорошо, что мы пробили вот этого товарища. Очень намешался. У него теперь остался только один гард. Мы можем его... В принципе, сейчас прессовать нормально. Сейчас мы его обложим, и он не найдет на нас кубов. Если, конечно, не убьет, все равно. У него все равно еще убийцы вот здесь стоят наготове. Он может, в принципе, сейчас сделать какие-то усилия к передислокации. Но мы догоним. У нас тоже более-менее. Мы сейчас на равном. Мы весь сейчас вполне на равном. Держись, дружок. Книжечка. Милый мой. Дорогой. Выдержал. Молодец.
Так, хорошо. Одеялка, молодец. Все еще молодец, одеялка. Ты, конечно же, пойдешь следом. Хм, не стал, хорошо. Тут у нас чашечка какао получает по щам. Держись. Да, девятая броня, молодец. Тут все еще все серьезно. Работает по минимальному контакту. Что ж, это интересная эта стратегия. Сказать на износ. Не-не-не-не, куда ты пошел? Вот блин. Теперь вариант. Либо мы блицуем этого товарища, либо мы блицуем этого товарища под фол. И подходим сюда. С тобой встанем как бы так. Я думаю, что вот так мы сделаем. Даже приролим это дело. Тогда сюда. И вот сюда. Начинаем противостояние гвардовое. Сейчас, скорее всего, через центр постарается пойти. Будем его пытаться остановить. Один кубик — это непрактично. Блиц. Отлично. Отлично, что блиц, потому что я боялся, что он куда-нибудь сюда его потратит. Значит, через центр он не пойдет. Нашел кубик. Гад. Вот гад. Пробился. Неприятно. Очень неприятно.
Надо подумать, куда пойдет блиц, что мы будем делать. Этого товарища мы оставляем на сейфти. Нам нужно его, наконец, поставить вне контакта, чтобы он угрожал выпихиванием за поле, да? Так что он уйдет куда-то сюда. Здесь мы сделаем как бы вот такую штуку. Нам по-хорошему нужен куда какой-нибудь гард здесь еще один. У нас пробился. И, блин, он может сейчас просочиться, конечно, через нас. Очень может просочиться. Пойдем с Леном, похоже. Очень хорошо. Есть у нас еще два куба здесь. И даже кубик здесь. Но этого товарища мы не трогаем, а здесь мы, конечно, пробьем. Куда-нибудь сюда. Стоим на месте. Можно, конечно, сюда еще подойти. Тогда у него слишком очевидный будет проход сюда-назад. С другой стороны, мы здесь двоих займем. Уже будет хорошо. Нам здесь вообще не кстати будет этот черт, конечно. Возможно, стоит его оставить там, где он стоит. А тебя просто... Просто с одного куба подвинуть. И упасть же, да? Не знаю. Вот честно не знаю вот насчет вот этого вот решения. Что с этим делать, мне что-то непонятно. Наверное, оставим как есть. Не буду я дальше тратить свои реролы несчастные. Брайт, ну, в принципе, да. Да. Я думал, что он хочет по-быстрому занести. Он, в принципе, это его был изначальный план. По-быстрому занести. Но у меня очень хороший фаербол пришел, который двоих унес. Плюс еще вот здесь на колокола ушел его блоджер. Так что, в общем, я сейчас буду его, на самом деле, напрягать, пытаться. У нас много гардов. И на этом будем играть. Правда, у него классный есть убийца все равно. Давай, халатик, не умирай. Просто не умирай, халат. Давай, дорогой, не умирай. Колокол. Блин. Колокол. Мы хотим выигрывать же, да, друзья? Мы хотим выигрывать. Мы можем, конечно, пожалеть об этом. Мы боремся за высокие места. Я взял азарт. Будем играть на победу. Очень большой риск. Это огромный риск. То, что он сейчас делает, это просто огромный риск. Так, держись, кроватка. Держись. Молодец, кроватка. Молодец.
Этот ротру улетит сейчас за поле. Этих ребят мы подожмем сзади. Ты будешь, скорее всего, доджить, да? Ну, или кидать пятерки тоже вариант. Нормально, живой. Пеленой тебя не думаю, что будет, это глупо. Ну, как хочешь, как бы. Не хочешь запасного плана, мы только рады. Ух-ух-ух. Поехали, ребята. Ну что, мы можем попробовать в два куда в куба, а потом в один кубик укатить меченосца. Я думаю, что надо пробовать. Либо можем укатить совершенно спокойно ротора. Мне кажется, надо меченосца пробовать укатить. Это будет гораздо больший. Нам даст выхлоп. Здесь сначала надо ударить, и этого товарища надо поднять. Наверное, мы тебя поднимем куда-нибудь. Да, даже. Посмотрим, что вот даст нам вот этот удар. Или отлично, значит, мы тебя поднимаем сюда. Ну, поехали. Поехали катать нашего другана. Возможно, он сейчас выберет не доджиться, кстати. Выбрал доджиться. Ну, хорошо. Оу. Это большой удар. Это большой, конечно, удар для него. Так, и, кстати, для него нормально упал мячик, он может подобрать в свой ход. Кстати, это довольно забавно. Классный меченосец у него помер. Прям даже мне жалко стало. Кстати, у него сейчас немножко повысились шансы, кстати, мне забить. Потому что у меня сейчас вроде как все связаны, и он может нормально меня здесь сейчас завязать. Сейчас посмотрим, да. Может быть, все будет очень непросто. Ой-ой-ой-ой. Так, одеялка. Не умирай. Молодец, одеялка. Умничка. Так, книжечка. Книжечки тоже все в порядке. Он освободил себя ротора. Пошел им занимать людей. То есть он сейчас хочет выпихнуть моего блицера. Ну, похвально. То есть, ну как похвально? Я бы хотел, конечно, чтобы он этого не делал, но ничего не поделаешь. Похоже, моя чашка какао уходит за поле. Им хотя бы все нормально.
Так, он реролл потратил уже. Это прекрасно. Мы можем сейчас двоих роторов за поле отправить и разбираться с остальными, да? Можем попробовать забить свой гол. Ух-ух-ух. Что мы можем сделать еще? Ты можешь приготовиться отправиться за поле. Что ты еще скажешь? Ты встаешь. Давайте делать все немножечко без рисков. Ты по-хорошему должен подойти сюда. Чуть-чуть рискнули, но вроде как это оправдано сейчас для нас. Так, ты, дружок, можешь освободить нам чёрка? Попробовать. Будет хорошо, если ты сможешь это сделать. Нет, так нет. Возможно, будет блиц отсюда. Возможно, будет блиц здесь и попытка подобрать сразу. Не знаю пока. Посмотрим. Да, будет здесь блиц, получается. Завали, завали, завали. Завали. Завали, завали. Так. Халатик, живи. Давай. Живи, 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 живи. Халатик, молодец. Здесь шестерочку тоже нашел. Пижамка. С пижамкой все отлично. Так. Вроде все неплохо. Ты идешь. Ты встаешь. Ты идешь сюда. Ты встаешь. Идешь сюда. Ты у нас делаешь блиц. Хотя бы так. Ты идешь сюда. Два ГФИ надо. Тебя, может быть, немножечко поближе можно подвести. Тоже. Ты у нас в качестве сейфти более-менее нормально смотришься. Поехали. Здесь, конечно же, ничего не бросаем. Здесь можно, в принципе, один кубик кинуть.
он все равно ни на что практически не влияет. Так, он сейчас может занести только этим ротором и, если очень сильно постарается, вот этими двумя бургвоинами, да? А, если он поднимет, да, то может, в принципе, еще... Точнее, нужно в руки этому товарищу передать, может, он еще и им, в принципе, занести. А мы тоже можем занести еще. Я надеюсь, занесем. Все-таки будет доджить. Разумно. У него есть встроенный додж. Это, в принципе, нормальный план. Кроватка, держись, держись, кроватка. Молодец. Он, кстати, себе неплохую игру придумал. Он вообще молодец. Придется, конечно, придется сейчас брать тяжел. Все, мы победили. Хочется, правда, еще занести все-таки. Давайте попробуем, наверное, занести. Только вопрос только кем. Кем бы нам занести? Можно, в принципе, не мудрствовать лукаво и просто побежать раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ну, здесь куча ГФИ. Куча ГФИ. Можно, например, вот этим парнем занести или этим. Но чтобы этим занести, нужно, в принципе, раз, два, три, четыре, пять, шесть, два ГФИ. Два ГФИ это лучше, чем один ГФИ. А, здесь все равно получается. Здесь все равно получается... Некоторая грязь. Это бы да, можно тоже. Хорошо. Некоторая грязь, так некоторая грязь. Почему бы и нет? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Рерол у нас еще есть на этот ход, поэтому мы его тратим. Потратили. Мы тоже не занесли. Ну и ладно. Все равно выиграли. И у нас под ударом ценный блицер только один стоит, да? Это хорошо. Книжечка тоже по щам получает. Взятку мы, кстати, так и не потратили. Сериальчик, держись. Молодец.
Ну и халатику осталось только выдержать. Можно сказать, наша игра в кармане. Хорошенько мы, конечно, отработали этих нургов. Ничего не играли мы, наконец, этот матч. Очень непростая победа, но матч получился прям... Мне понравился, как он вышел. Интересный, насыщенный. И мы, кстати, сделали меньше блоков, чем по нам. Так что можно сказать, что мы несчастные лакеры и напруляли. За матч ничего не получили. Но нас все равно все устраивает, потому что нормально мы и СПП получили, и вообще получили много удовольствия. Никто у нас, главное, не умер. А это главная опасность таких игр с когтистыми командами. Более-менее выравнивается у нас статистика к нормальной. Наконец мы получили первое поражение. Но все равно, статистика все равно идет... Прилично. 20 игр мы наконец сыграли. Еще 9 осталось игр более-менее сыграть для окончательного подведения итогов в сезоне. Останавливаем запись.